год подряд 12-летняя Алена Гавура получает гран-при в музыкальном фестивале-конкурсе «Одаренные дети Подмосковья». Секрет успеха прост, делится юная скрипачка. Нужно любить музыку и играть от сердца. Эти концерты довольно трудные, а я трудности очень люблю, потому что каждая трудность – это новая ступенька. И чем выше ты поднялся, тем выше твой уровень игры. Сейчас я играю концерт «Шпора» номер 9. Мне очень нравится этот концерт, он очень трудный, я этому очень рада. Фортепиано, вокал, струнные, духовые и ударные инструменты и много других номинаций уже позади. Лауреаты конкурса выступили на гала-концерте. Конкурс проходит по 12 номинациям музыкального искусства. В этом году у нас есть новая номинация – «Фольклор». Доверие к конкурсу с каждым годом растет. В последние 2 года в нем принимают участие и гости, участники из Москвы, Власихи Краснознаменска, Балашихи, Сергиева Посада и других городов Московской области. В состав компетентного жюри в этом году вошли 28 членов. Профессионалы высокого уровня, среди которых ведущие преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института культуры. Это очень заслуженные люди. Они отмечают такой рост, и они уже видят, какие ребята пойдут дальше. Они дают им советы, они их консультируют. И вот эта вот путевка, вот этот трамплин, вот эта ступенька для кого как, вот она дает ребятам очень-очень большую надежду, и она дает ребятам, наверное, вот то, что мы называем смыслом в музыке, смыслом в жизни. Фестиваль-конкурс «Одаренные дети Подмосковья» уже более 20 лет проходит на территории Одинцовского округа. Участников становится все больше. В этом году смогли выступить более 1500 талантливых воспитанников музыкальных школ. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».